Устранить барьеры в государственных закупках призвал страны Евразийского союза премьер-министр Алихан Смаилов. Глава казахстанского Кабмина на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване заявил, что несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев превысила 17 миллиардов долларов и выросла на 5%. Алихан Смаилов обратил внимание на необходимость решить вопрос функционирования национальных режимов в госзакупках. Я процитирую. «Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения – это далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров». Конец цитаты. Глава Кабмина считает, что страны ЕАЭС должны ускорить работу по введению единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов, а также актуализировать техрегламенты, которые непосредственно влияют на эффективность общего рынка.